Здравствуйте, это программа «Перекресток». У нас в Череповце неделя металлургов, и у нас в гостях генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Здравствуйте, Евгений. Мы беседуем накануне Дня металлурга, самого главного праздника в нашем городе, и окончание первого полугодия. И традиционно первый вопрос, каковы итоги, как череповецкий актив в большей степени нас интересует, как «Северсталь» поработала? Да, можно уже сегодня с уверенностью говорить, что основные финансовые и производственные результаты компании «Северсталь» за первое полугодие очень хорошими. «Северсталь» — российская сталь, и череповецкий актив, и Балаково, и активы компании «Северсталь» МТС продемонстрировали в первом полугодии очень хорошую динамику роста. Если мы говорим про отгрузку готовой продукции, то ЧРМК, российская сталь, выгрузила больше, чем мы планировали по бизнес-плану, и существенно больше, чем за аналогичные показатели прошлого года. Это произошло благодаря очень слаженной работе всех подразделений, с одной стороны. С другой стороны, в этом году мы успешно справились с таким вызовом, как экспортная отгрузка. Конъюнктура рынка была в первом квартале такова, что нам было выгодно грузить на экспорт. Регулярно в предыдущие периоды мы видели определенные проблемы с экспортными отгрузками, прежде всего с логистическими проблемами. В этом году мы с ними успешно справились, и показатели говорят, собственно, сами за себя. Многие подразделения продемонстрировали очень хорошую работу и повысили показатели своей эффективности. Часть цехов и подразделений установили месячные рекорды, исторические месячные рекорды. Так, например, на стане 2 метра был установлен рекорд. На стане 5 метров в Колпино был установлен производственный рекорд. Был исторический рекорд у нас по отгрузке металла на экспорт, как я уже сказал. Мы продемонстрировали в первом полугодии хорошую динамику на снижение текущих простоев и в целом на повышение производительности. Поэтому можно сказать, что металлурги и метизники отработали в первом полугодии очень хорошо. И, пользуясь случаем, собственно, я хотел бы, конечно, поблагодарить всех сотрудников за такой хороший результат и пожелать, чтобы мы не сбавляли свои темпы и чтобы год закончили с такими же хорошими результатами. Если говорить в целом про рынок, то он тоже в первом полугодии был очень хорошим. Цены, собственно, находились практически на пике, существенно выше, чем в предыдущие периоды. Но уже в последнее время мы видим негативные тенденции, цены начали снижаться. Вы к этому готовы? Да, мы, безусловно, к этому готовы, и эта готовность заключается в том, что наша программа повышения эффективности, наша новая разработанная маркетинговая стратегия, она как раз должна отвечать этим вызовам. Что я имею в виду? Например, в соответствии с нашей новой маркетинговой стратегией мы ищем и планируем обеспечивать нашим целевым сегментам, нишам, клиентам дополнительные возможности в виде уникальных ли видов сервиса, в виде новых ли видов продукции, да, которые мы, собственно, предполагаем очень быстро разрабатывать и выводить на рынок вместе с нашими клиентами. Во главу угла, вот сейчас вот вы говорили о том, что это скорость принятия решения, это информационные технологии, это организация процесса, инновации в организации процесса. Почему именно эти основные точки вы видите точками роста? Потому что мы действительно считаем, что сегодня современный мир дает нам дополнительные возможности, и мы эти возможности планируем очень эффективно использовать. Безусловно, у нас остались базовые наши конкурентные преимущества, такие как фокус на снижении издержек, да, вертикальная интеграция, которая позволяет нам быть гибкими по сырью. У нас очень хорошая загрузка производственных мощностей. Но вот возможности, которые дает современный мир в виде информационных технологий, да, в виде диджитал-проектов, которых вы упомянули, они тоже являются очень интересными для нас. И, по сути, для нас это новые точки роста. Новые дополнительные конкурентные преимущества, собственно, которые мы хотим эффективно использовать. Так, например, продажа металлопроката через интернет-магазин, что является тоже уникальным для рынка металлоторговли Российской Федерации, в этом году позволило нам продать уже более 1 000 000 тонн металлопроката, в то время как за весь 2017 год примерно 1,3 миллиона тонн было реализовано через интернет-площадку. Интересные проекты сегодня реализованы практически уже в дирекции по ремонтам Череповецкого металлургического комбината. Эти проекты связаны тоже с предиктивными возможностями, то есть предсказывающими возможностями состояния основного технологического оборудования, также на основе большого количества данных, которые собственно, поступают от сенсоров, датчиков. И это позволяет как раз снижать текущие простои, снизить очень серьезно аварийные простои, ну, и повысить общую доступность оборудования.
Единственное, хотел бы добавить, Евгений, еще, что мы все больше и больше, с одной стороны, говорим про машины, да, про компьютер, про цифровизацию. С другой стороны, хотел бы еще раз отметить, что, безусловно, за всем этим стоит человек. И наша задача – рутинные операции, постоянно повторяющиеся технические операции. Видимо, все больше и больше мы будем передавать новым технологиям цифровизации, роботизации, да, автоматизации. Но, безусловно, человек, который будет разрабатывать программы, да, который будет принимать решения, который будет определять, где и что автоматизировать, является основой нашей эффективности. И сегодня я могу с гордостью сказать, что в компании CVSTAR как раз работают такие люди, думающие, профессиональные, амбициозные, да, которые современные с точки зрения выявления этих новых технологий на рынке и готовы эти технологии внедрять в процессы производства, отдавать им, так сказать, рутинные операции и сохраняя за собой осмысленную деятельность действительно человека. Вот я как раз хотел сказать о том, что мы сняли сюжет, о том, как люди поставили знания и умения машин на свою пользу. Давайте посмотрим. А они – это недавние выпускники вузов, молодые ребята. Один из них – Дмитрий Богачев. Он точно знает, как выпустить качественный металл при помощи компьютерной программы. Мы находимся в цехе непечной обработки конвертерной стали на установке печь-ковш. Сейчас здесь наша команда занимается проектом по внедрению цифровых инструментов. Дмитрий совместно с коллегами из стали плавильного производства разработали калькулятор ферросплавов. Кстати, программа действительно выглядит как обычный калькулятор на компьютере, а вот задача решает поистине глобальные. Данный инструмент позволяет при выпуске стали из конверта «Стальковш» и на этапе внепечной обработки более точно, более правильно рассчитывать необходимые комбинации материалов, добавляемых для того, чтобы обеспечить качество продукции. В программе сразу видно, какой металл пришел по химсоставу, какой нужен клиенту. А главное, калькулятор автоматически подсказывает сталевару, что нужно добавить, чтобы довести плавку до нужной кондиции. Очередная проба. Соответственно, мы видим, что здесь вот желтым подсвечено не обеспечен углерод. Соответственно, нужно немного добавить материала кокса для того, чтобы попасть в заданный химсостав. То есть текущая рекомендация – это там, 70 кг по отдаче кокса. Это теперь, а еще год назад сталевары рассчитывали все вручную, что зачастую приводило к ошибкам, а в итоге – перерасходу сырья и потерям в качестве. Больше времени очень у нас занимало. Все пересчитывали вручную, каждый раз по формулам, и высчитывали, что сколько должны получить, что нам уже надо добавить. А здесь уже, как бы, по сути, можно опереться на него и просто посмотрел и сразу добавил. Благодарность от коллег с производства получает и Иван Левичев. Он занимается разработкой систем технического зрения. К примеру, на установке непрерывной разливки стали номер 2 благодаря инновационному проекту Ивана и его команды специалисты смело могут сказать: мы гарантируем качество разлитого металла. На установке работают две видеокамеры. Они передают сигнал в систему, она же с помощью специальных алгоритмов обрабатывает данные и выдает решение. Главное его предназначение – это минимизация так называемого человеческого фактора, который позволяет нам не пропустить дефектную продукцию потребителю. То есть качество – это когда клиент к тебе возвращается, и вся эта инновация, она как раз направлена именно на это. Система фиксирует 100% нарушений, когда разливка стали происходит без так называемой защитной трубы. В итоге слябы с нарушением технологии изымаются и подлежат дополнительным испытаниям. Раньше дефектный металл мог уйти конечному потребителю, сейчас нет. В настоящее время у нас стартовал совместный проект с Центром автоматизированных систем. И буквально вот за 2 месяца мы разработали порядка 5 моделей, которые в ближайшее время будут апробированы в производстве. Это означает, что мы будем и дальше внедрять технологии технического зрения для контроля производственного процесса, для контроля качества продукции, для слежения за состоянием агрегатов. В планах у Ивана оборудовать весь комбинат системой технического зрения. И для вчерашних выпускников вузов это совсем не инновации. Это ежедневный, обычный труд. Мы продолжаем нашу программу. Рыночная ситуация, которая складывается, это помощник ваш или враг сейчас? Рынок достаточно благоприятен, как я уже сказал в первой части нашей беседы. Да? И он был благоприятным в 2017 году. Мы видели хороший уровень цен, мы видели рост рынка. По данным компании World Steel Association, в прошлом году рынок вырос примерно на уровне 2%. В 2018 году тоже ожидается прогноз роста рынка, спроса на сталь примерно 2%.
При этом мировая экономика растет темпами даже более высокими, чем потребление стали. И в прошлом году, и в этом году прогнозируется примерный рост около 3,8-3,9%. Это говорит о том, что спрос на сталь будет поддержан вот этими фундаментальными факторами. В Российской Федерации тоже рынок хороший. В прошлом году он вырос примерно на 3,8%. В этом году мы ожидаем рост примерно на уровне 2%. Основными драйверами этого роста являются автопром, строительная отрасль, энергетическая отрасль. Так, например, за первое полугодие текущего года мы увидели очень хороший рост потребления стали в автопроме. Сегодня отрасль находится на подъеме. Рост составил потребление по сравнению с прошлым периодом 23%. С одной стороны, это очень высокий рост, безусловно. С другой стороны, это, конечно, эффект низкой базы. Да, мы видим, что энергетическая отрасль потребляет сталь хорошими темпами. Строительная отрасль тоже за первое полугодие потребила. Рост составил примерно 1,5%. И цены находятся сегодня на высоком уровне. То есть в этом смысле рынок нам действительно помогает. С другой стороны, как я уже сказал, мы видим сегодня уже динамику на снижение цен. И нас по-прежнему беспокоит такой фундаментальный фактор, как низкая загрузка производственных мощностей. Да? Потому что в целом в мире мощности по производству стали загружены примерно 75%. Да? Почему мы говорим о мире? Потому что рынки сегодня, несмотря вот на все истории, связанные с локальными санкциями и так далее, они по-прежнему являются открытыми. Да, и поэтому очень важно, какая динамика происходит на рынках стали, особенно в Китае, в Европе, да, и в других рынках. Поэтому вот низкая загрузка мощностей по-прежнему является вызовом для нашей отрасли. И в рамках этого вызова, безусловно, по-прежнему имеет право на эффективную работу только тот производитель, который производит качественный, эффективный продукт, да, который востребован на рынке и, значит, дополнен новыми видами сервиса. И, по сути, сегодня можно уже с уверенностью говорить, что на рынке востребован не просто продукт, а на рынке востребовано комплексное решение, комплексное уникальное торговое предложение, которое в рамках нашей маркетинговой стратегии мы и планируем обеспечивать. Очень чувствительный вопрос для череповчан – это экология. Очень много делается Череповецким металлургическим комбинатом и вообще всей Северсталью в этом вопросе. Мы постоянно об этом рассказываем. Что впереди? Будет ли эта тема оставлена чуть-чуть с низким приоритетом, поскольку и так много чего делается? Нет, безусловно, тема не будет оставлена с низким приоритетом. Это один из самых высоких приоритетов компании «Северсталь». Мы действительно уже очень много сделали, да, и за последние там, несколько лет реализовано большое количество различных капиталоемких инвестиционных проектов. За последнее время компания «Северсталь» вложила в мероприятия по повышению экологии более 12 миллиардов рублей. Это почти два бюджета города Череповца, да, если сравнивать по сумме, чтобы у вас было представление по масштабу. Безусловно, эта работа не останавливается. Сегодня нами разработан дополнительный комплекс мероприятий по снижению антропогенной нагрузки на город Череповец. Это как мероприятие, связанное с воздухоохранной деятельностью, это и мероприятие по защите водной среды. У нас есть целый конкретный перечень мероприятий, которые вошли в комплексную программу повышения экологической эффективности города, собственно, Череповца. Поэтому фокус на эти мероприятия у нас сохраняется. Более того, я хочу сказать, что в последние годы приоритетность внимания и менеджмента, и акционеров к этой области неуклонно растет. Да, потому что все больше и больше внимания и интерес со стороны инвесторов, со стороны акционеров вызывают так называемые ESG-факторы. Environment, social, governance факторы, которые включают как раз в себя элементы устойчивого развития компании, которые включают в себя и экологию, и там, трудовое законодательство, да, и как организованы режимы там, сна и отдыха, кто у нас трудится и так далее. То есть целый комплекс факторов, безусловно, в основе которой как раз лежат факторы, связанные с экологической нагрузкой, которую оказывает предприятие на те регионы, где работает, и с природоохранной деятельностью. Вот, поэтому это находится в фокусе нашего внимания, и наши инвестиционные мероприятия
которые мы предполагаем реализовать в ближайшее время, такие крупные, как строительство коксовой батареи номер 4, доменная печь номер 3 и многие-многие другие, они подразумевают реализацию в рамках этих инвестпроектов самых лучших, современных, мирового уровня технических решений, которые в максимальной степени будут как раз снижать экологическую нагрузку в городах нашего присутствия. Если говорить об инвестициях, немалая часть средств вкладывается и в социальные проекты. Что будете продолжать, что планируете запустить? Да, социальное направление – это как раз еще одно направление стратегии устойчивого развития компании. Да, вот то, о чем я говорил, это как раз еще один столб или блок, на который очень серьезно обращают внимание наши инвесторы, наши акционеры, рынок вообще, да, наши партнеры, с кем мы работаем. Поэтому, безусловно, мы будем продолжать работу в этом направлении. Компания «Северсталь», с моей точки зрения, это тоже один из фокусов нашего развития, особенно в регионах присутствия. Поэтому мы комплексно смотрим на это направление, и наши программы социальные, они предусматривают в себя развитие и системы образования. Да? Если говорить о конкретных примерах, то я бы хотел как раз отметить, что мы оказываем поддержку, например, нашему Череповецкому государственному университету. В этом году мы запускаем дополнительную новую программу для поддержки студентов по специальности металлургия. Это будет дополнительная стипендия, которая позволит поддержать как раз тех студентов, кто, собственно, выбирает себе специальность металлургия. С помощью средств компании «Северстали» в прошлом году был построен детский центр развития «Кванториум». Да, и компания «Северсталь» вложила более 60 миллионов рублей. В части культуры и искусства компания «Северсталь» поддерживает, начиная уже с 2012 года, фестиваль «Время колокольчиков», который, собственно, очень нравится жителям нашего региона. Более 30 миллионов рублей было выделено на реконструкцию каменного здания дома Верещагиных. Да, с точки зрения спорта компания «Северсталь» также продолжает финансовую поддержку хоккейной команды «Северсталь». Мы поддерживаем юношескую команду «Алмаз», детскую хоккейную команду, да, в клуб, которым занимается около 1000 воспитанников. Кроме того, мы активно инвестируем в развитие города Череповца. Мы открыли очередной сквер на улице Бардина. Совместно с городскими и региональными властями мы определили наиболее приоритетное направление для развития города. И компания «Северсталь» приняла решение проинвестировать более 170 миллионов рублей в Северную дорогу, которая является уже таким очень важным приоритетным направлением для города, совместно с городскими властями, с компанией «Фосагро». Я уверен, мы в ближайшее время разрешим эту проблему. Мы исключим пробки на Северном мосту и снизим, собственно, экологическую нагрузку тоже на город Череповец. Около 60 миллионов рублей будет выделено на строительство закрытого ФОКа в Шекснинском микрорайоне нашего города. Около 80 миллионов рублей компания «Северсталь» планирует в организацию светозвукового фонтана у Дворца металлургов. Ну и охрана материнства и детства тоже является, собственно, одним из наших направлений программы устойчивого развития. Порядка 56 миллионов рублей мы ежегодно выделяем для поддержки благотворительного фонда «Дорога к дому». Вы помните, что эта инициатива, собственно, была непосредственно понята нашим представителем Совета Дитаров Алексеем Александровичем Бардашовым, и с тех пор мы, собственно, поддерживаем это мероприятие. На протяжении 12 лет оказывается помощь детской городской больнице примерно 17 миллионов рублей в год. Ну и многое-многое другое, которое можно, я думаю, что еще перечислять. И сегодня, накануне Дня металлурга, у вас есть прекрасная возможность поздравить и металлургов, и всех горожан, потому что это общий городской праздник с приближающимся Днем металлурга. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, от всей души хочу поздравить вас с нашим профессиональным праздником, Днем металлурга. Этот праздник действительно является очень значимым не только для нас с вами, но и для страны, поскольку металлургическая отрасль традиционно является, наверное, наиболее продвинутой, эффективной отраслью. И на самом деле в мировой экономике сегодня российская металлургия признана одной из самых эффективных действующих отраслей народного хозяйства. Компания «Северсталь» демонстрирует очень хорошие результаты. За первое полугодие у нас очень хорошая динамика развития.
Безусловно, это благодаря вам, уважаемые коллеги. От всей души хочу поблагодарить вас за ваши результаты, за вашу результативность, за ваш профессионализм, за ваше желание и готовность развиваться. Спасибо за работу. Желаю вам, безусловно, здоровья, прекрасного настроения в этот праздничный день, уверенности в себе и в завтрашнем дне. С праздником, с Днем Металлурга. Я вас тоже поздравляю с этим праздником. Спасибо вам большое. До встречи в эфире. Спасибо, Евгений. Это была программа «Перекресток». Увидимся.